видеообзор винтового воздушного компрессора ДЭН-132ШМ производства Челябинского компрессорного завода. Сегодня мы испытываем несколько машин: 132, 160, еще 160. Запускаем машины от данной электростанции. Теперь, что касается данного компрессора. 2013 год выпуска. Давление на выходе 7-7,5 атмосфер. Производительность 22,5 кубических метра в минуту. Компрессор прошел предпродажную подготовку и проверку в нашем сервисном центре. Продается с гарантией. Значит, у нас здесь устройство планового пуска Danfoss. Микропроцессорная панель управления AirMaster S1, производство SMC, Бельгия. Электродвигатель отечественный, Eldin. Винтовой блок RotorCom. Давайте произведем запуск данной машины. Посмотрим, как она работает. Компрессор отработает время холостого хода и полностью остановится.